Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Вы, наверное, заметили уже, что у меня криз. Я молчу уже! Какого звенит, да? Ну что, чуть-чуть там. Ладно. Здравствуйте, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня я расскажу вам о том, что лежит в моей сумке. Я купила себе совсем недавно новую сумку. Вы, наверное, ее уже видели в предыдущих видео. Я хочу все скорее в нее переложить. И поэтому свою старую сумочку, она у меня тоже была очень офигенская, я купила ее там. Крис, слышно, как пшикает Даша? Тихо, все. Просто ты все, раз там зазвенела, раз там запшикала. Я понимаю, что ты... Ну, она со звуком. Я понимаю, что ты привыкаешь одна. Ну что? Ну, где-то что-то пшикает. У меня в прошлый раз тоже, я рассказывала, у меня кашляет соседка. Все мешает. Ну, не классно, где я нахожусь, типа, блин. У меня новая сумка. Ой, это не новая, Крис. Блин, я все сбилась. Я хочу переложить все свое. Вы, наверное, ее видели. Я хочу. А вот моя старая сумка. Она тоже очень классная. Я покупала ее там же. Что мне в ней нравится, что открываешь и все видно. Сейчас вам расскажу. Похоже на мусорку, да? Моя сумка действительно похожа на мусорку. Итак, что я ношу? Самое первое, что бросается в глаза, это кошелек мой Louis Vuitton. Настоящий. Не какая-то подделка или копия. Здесь очень удобный кошелек, мне он очень нравится. Здесь у меня карты, всякая шняга. Ну, в общем, это видео про то, что в моей сумке, а не что в моем кошельке. Так что вот такой кошелечек очень мне нравится. Я еще сумки покупаю под него, потому что я его люблю, чтобы он влазил туда. Дальше у меня идет вот такой же кошелечек, только сейчас здесь ничего нету, потому что здесь микрофон, на который я снимаю. Все, он обычно здесь лежит, сложенный и совсем... Положи просто сверху. Потом берем все это, сделаем. Сейчас 2 минуты. Кошелечек. Ну что я записывала? Дальше идет у нас мой любимый блокнотик. Я тоже в одном из видео рассказывала, куда я записываю всякие мои идеи, покупки, что надо поснимать и так далее. В общем, все здесь. Все, что вы видите, все здесь. Сегодня я купила, не успела выложить, это вонючка. Вонючка для машинки моей. Запах просто офигенский, нереальный. Вот такой вот фигнёшечка. Она не всегда лежит в моей сумке. Дальше в моей сумке, естественно, ключи. Ключи от машины, ключи от дома и еще ключи от другого дома. Дальше вот такой вкусняшка все время лежит у меня. Какая-нибудь, чтобы съесть что-нибудь, когда мне плохо, срочно надо. Конечно же, телефоны. У меня 3 телефона, на один я сейчас снимаю. Кто не знает, я снимаю на iPhone. У меня есть профессиональный фотоаппарат, но, как выяснилось, iPhone лучше. Дальше у меня вот такая вот штучка. Я тоже ее уже показывала в видео для карт. Я купила ее в фикс-прайсе за 47 рублей и очень довольна, потому что я давно ее искала. Просто все карточки, все здесь супер. Мне очень нравится. Дальше. У меня здесь столько мусора. Пудреница от Max Factor. Это Max Factor я уже покупаю 3-й раз. Мне очень нравится эта пудра. Хочу еще чуть-чуть посветлее тон купить, а так она офигенская. Просто офигенская. Я лучше пока не нашла. Была Guerlain, но сейчас у них новые упаковки, и как бы я нашла более бюджетный вариант. Также здесь помада, о которой я вам говорила, Givenchy, в видео, которая не стирается. Ешь, и она не стирается. Не, она как бы стирается, но очень, короче, клевая стойка. Помада, которая за 47 рублей красная, вам говорила, я просто ее не выложила, как раз я ее в новую сумку класть не буду. Дальше, нитки для зубов обязательно, все чистить. Флешка, здесь мои песни, минуса всякие, я пою, в общем, с ним. Дальше, резиночки для волос и вот такие вот штучки, их здесь много, все это я забыла выложить, все это давно лежит в моей сумке. Дальше. Тексты песен, чеки, в общем, все этот мусор. Неужели я его когда-нибудь... Девочки, извините, ну как бы... Простите. Бритва. На всякий случай, но она мне уже давно не нравится, я тоже выложу. Ручка очень важная, Невея, вот такой вот, офигенно. Невея, в общем. Ну, в общем, это классная штука, кто знает. О, вот я купила в Duty Free когда-то давно, здесь мои любимые духи, это я вам показывала в духе, с которых я пыль, помните, стряхивала, если вы не видели еще. Это там селективы называется, такие вот очень редкие ароматы. И вот здесь вот он у меня.
В общем, я не знаю, когда я им пшикаюсь, иногда в туалете. Сходила в туалет, думаю, пусть останется от меня запах. Пш, за 35 штук, да? Нормально. В общем, клевая, удобная штука вот эта. Дальше, у меня таблетки успокоительные, тенотен. Это не то, чтобы я нервничала, но иногда нужно. Жвачки, постоянно жвачки, потому что я за рулем. Нитка, бля. Позор! Это, жвачки, потому что мне бывает плохо, я сразу ем жвачки, вот много жвачек, это все тоже жвачки, это все жвачки. Дальше. Ну, ладно, ну, как бы это женская фигня, как бы она уже 100 лет лежит у меня в сумке, ее надо выкинуть. Так, ну, еще одни женские фигни, тоже женские фигни, но вы, наверное, меня понимаете, да, тоже они лежат у меня здесь. Вдруг парни меня смотрят, я сейчас буду рассказывать о таких вещах. Так, здесь все, батарейки, это на всякий случай для моего брелка от машины, еще одни резиночки, крабик, вот такой вот крабик маленький, очень красивенький, еще одни какие-то духи без масла, ими не пользуюсь, что-то, пилка для ногтей, и все, ну, остальное все просто мусор, кошмар, сбоку, в боковом карманчике у меня, ну, как бы ничего нет, какая-то бумажка. Тоже какой-то чек. Итак, это было все, что в моей сумке. Сейчас я все это сложу в свою новую сумочку, красивую. Надеюсь, вам понравилось, что в моей сумке. Вообще, это классный, прикольный тег, потому что очень часто мои подружки бывают, можно залезть в твою сумку, посмотреть. Я раньше думала, зачем этот тег нужен вообще. Нет, они, можно посмотреть, что у тебя в сумке смотрят, да, там, можно посмотреть, что в твоей косметичке. Так что я понимаю, почему есть такие вот видео с косметиками. И вы знаете, я у них переняла эту манеру, действительно, в чужой сумочке или в чужой косметичке очень прикольно полазить, поспрашивать, а что это, а где это, может быть, что-то интересное для себя найдешь. Поэтому, естественно, только с разрешения хозяина этой сумки. Поэтому я надеюсь, что вам мое видео понравилось, и вы поставите мне лайк, вот такой вот пальчик вверх. Кто не знает, ну, конечно, вы не дураки, все знаете. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, увидимся завтра в новом видео. Пока-пока!